битбокс не задел. Ой, нифига повезло. Давай. Давай. Давай! Да! Я прошел! На
Я прошел ГГ, GG, ура! Я прошел его, наконец-то! Я его прошел. Я весь трясусь. Я его прошел. Спустя столько времени мой новый хардест пройден. Легчайшее! Легчайшее! Для кого? Для величайшего! Я его прошел. Делаем скриншот. Наконец-то. Я его прошел. Наконец-то! Ура! Наконец-то. Ой. Блин. Что у меня стало с мегахаком? Что-то он у меня какой-то кривой стал. Он у меня вообще... Чего? Вентерл. Наконец-то. Да что такое-то? У меня руки трясутся, я не могу что-то нормально писать. ГГ, наконец-то. Я его прошел. Даже не знаю, вот из-за того, что... Ой, я не знаю. Насрать давай, Insane Demon. 3547 попыток. Теперь считаем попытки. Так, здесь. Плюс 2870... 7, 8, 7, вот так. Я его прошел, неужели? Давай, наконец-то. Я его прошел. Я до сих пор не верю. Я не верю. По итогу 6334 попытки. Наконец-то. Это довольно много попыток на самом деле для такого уровня. Потому что он длится 5 минут, и каждая попытка могла длиться очень долго. Я его прошел. Наконец-то. Это произошло. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.